Можно ли автоматизировать сборку часов? Сборка и вообще-то трудно поддается автоматизации. А тут еще часы. Детали мелкие, точность большая. И все же. Мы в Ленинграде, в новом цехе Петродворцового часового завода. Только засыпаю в бункер детали. Они сами встанут в строй и одна за другой будут подходить под стальную руку автомата. Точно фиксирована плата механизма. Точно выверено движение механической руки. Сложные движения разложены на элементы вперед, вверх, вниз, назад. В зависимости от формы и размера детали разработан способ ее захвата, конструкция подающего бункера. Каждый автомат выполняет операцию самую простую, но автоматов много, и дело спорится. Высвобождаются рабочие руки. Работницы избавлены от однообразного труда, требующего напряженного внимания. И качество сборки выше. Ведь автоматы не ошибаются. Проверка хода. Технический контроль. За разработку и внедрение автоматической линии для сборки часовых механизмов группе специалистов присуждена государственная премия СССР.